Да,
25-й минут, минуте матча. Дмитрий Хомяков делает счет 1-1. Первый командный фол Гетман во втором тайме. Играй!
Возьмешь сейчас или нет? Саша, спасти игрока! Спасти игрока! Леру запрошу. Давай. Это Пола тоже. Саша! Саша! Вызывай Пола, работаю Юра, первый командный гол, работаю Яна, второй команд. Давай, 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 сюда подошли! I'm out. А так вообще в дальнейшем? Все желания было. Будет.
Так а что там, что он за друг? Друг, вот что мы с вашего сбором, блядь, это капитан эпицентра, и, блядь, шапка, то что чувак побывает. Не, они нету. Нету эпицентра. Нету эпицентра. Да я понял, это... Ну, а так сборная. За нас сборная. А. Это не ко мне. Ну, я понял, ну, просто знаешь... Будут ситуации, по-любому. Вообще, мне такой похуй вообще. Держи, Коля, держи. А, слышишь, Тимоньевич, а ты улаживаешь, видимо? Ниже, Серега, ниже, Серега! Женя, возвращайся! А что, вы закончили с белым еще? Вообще не... Не, белый норм, просто на уехал в командировку. Не, мне что желание такое пропадает, но я сегодня не в состоянии. А вы сегодня играете? Хорош, это оно! Второй командный фол работа ЮАФа на голову обеих команд. Серега, держи! 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 На 40-й минуте матча Ярослав Юрщина делает счет 3-2 в пользу
команды «Работа.ua». Аккуратно, аккуратно. Айгата, айгата. Лево, один вперед. Блин. Один. Он уже только закрепил. Аккуратно. Да, руки дай. Пошли, 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 пошли. А ты тоже пошли? Давай, давай, прыгай. Играй, давай, пошли. Все, туда, вперед. Поэтому, в принципе.